Всем здравствуйте! Всем хорошего, доброго утра! Наконец-таки мы с вами вышли после праздников в рабочие будни. И после праздников у нас с вами первый эфир после выхода на Amy Official. И сегодня наш эфир, в принципе, он уже сам по себе интересно, так как давно мы с вами не виделись, добрый день. Плюс у нас сегодня очень интересная тема, у нас выход новинки. Не могли мы Новый год не ознаменовать новинкой. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о новой коллекции, о новой весенней уже коллекции. Все, Новый год закончился, Новый год закрыли, забыли и так далее. Мы готовимся с вами активно уже к весне, к весеннему настроению. Добрый день, всем здравствуйте, всех рада видеть, со всеми соскучилась. Кто еще меня не знает, меня зовут Челебеева Анастасия. И сейчас мы будем с вами выкрашивать новую коллекцию. Переворачиваемся, я вам подробно все о ней расскажу. Фиксирую камеру. Так, сейчас, секундочку, камеру зафиксирую и будем с вами работать. Поехали. Приближаем. Итак, новая весенняя коллекция называется у нас Closet to Nature. И она у нас выходит как поштучно, так и в наборах. Сейчас я вам все покажу, я все расскажу по ней. И, конечно, мы ее посмотрим обязательно. Вот такая красивая коллекция, просто просто невероятно нежная. Смотрите, в коллекции 8 оттенков, 8 пастельных нежных оттенков. Оттенки здесь именно весенние уже. Так, фильтр давайте выключим, чтобы он нам не портил, с вами цвета, оттенки. Здесь в набор входит 8 оттенков гель-лаков, плюс, как всегда, ложки, плюс наклейки на ложки. Коллекция очень нежная, коллекция очень красивая. Сейчас вы в этом убедитесь. На весну как раз идеально подходит. Так, и давайте я вам потихонечку начну по порядку показывать все оттенки. Так, начнем с первого. Чтобы не прыгать по цветам, давайте начнем с самого начала. Итак, 357 оттенок Evening Scent. 357 оттенок, это у нас вечерний песок. Нежный такой, знаете, серо-бежево-коричневатый, что ли, оттеночек, очень актуальный. На самом деле весной пастельные оттенки, они как раз идеально подходят, потому что вроде бы яркости еще клиент не хочет, но в то же время голубые и белые уже поднадоели. Итак, красивый такой оттенок. Вечерний песок называется. 357 номер. Покажу их потом поближе. Покажу и в глянцевом, и в матовом, конечно, топе. Смотрите, достаточно плотный. Видите, нанесение какое достаточно плотненькое.
То есть не просвечивает, никаких проплешин. Все шикарно наносится. Это 357. Давайте сразу расскажу, как они выходят. Смотрите, они будут выходить, естественно, поштучно. Поштучно они будут выходить в объеме 9 мл. Стоимость будет поштучно цветов 700 рублей. Ну, то есть стандартная наша цена цветника. Также будут выходить в наборах. Мы уже привыкли с вами, да, покупать коллекции в наборах. Кто у нас из серии Эми Маньяк, да, мы такие. Мы привыкли покупать уже в наборах. Это на самом деле удобно, это выгодно. В наборе наборы будут идти уже и 9, и 6 мл. То есть в наборе можно будет купить 6-миллилитровый объем. Поштучно они будут продаваться только в 9-миллилитровом объеме. Стоимость набора, сейчас вам подскажу, стоимость набора... Не забываем, что здесь 8 оттенков. Стоимость набора 6 мл 3800, 9 мл 4950. 8 оттенков будет. Так, следующий цвет у нас 358. Райп Карнелин. Что входит в набор? В набор входят цвета 8 оттенков, в набор входят наклейки на ложки и сами ложки, то есть стандартные наши наборы. Наклейки на ложки будут и отдельно. В любом случае у нас сейчас все наклейки на ложке продаются и отдельно, в том числе. И наклейки на ложке будут, конечно, входить в набор. Так, 358 оттенок. Такой припыленный. Он не розовый, а бордово, наверное, такой розовый. Красивый очень цвет, нежный. Все оттенки коллекции, они именно, знаете, такие пастельно припыленные, то есть не чистый цвет пастельный, а именно пыльные оттенки очень красиво смотрятся, очень сдержанные, нежные, очень интересные. Такой вот красивый пыльный темно-розовый, так назовем. Так, дальше это 358. Так, секунду, звук отключу на телефоне, чтобы он нам не мешал. 359 оттенок Dusty Lilac. Это у нас пыльная сирень. Смотрите, светлый-светлый такой серо-лиловый оттенок, очень нежный, очень красивый. Безумно люблю такие цвета, они, наверное, топ у клиентов, потому что такой спокойный и в то же время непростой оттенок. Так, выкрашиваем. Смотрите, какой нежный, очень эффектный. Все цвета стараемся делать не пересекающимися с предыдущими коллекциями. Они могут похожими быть, но все равно они немножечко отличаются. На тон, на полтона они отличаются от тех, которые были ранее. Но есть очень востребованные оттенки, которые уже когда-то были, но закончились, и мы их можем повторить. Красивый такой лиловый нежный оттенок.
Все цвета очень нежные, все цвета коллекции прям, я думаю, будут пользоваться огромным спросом, популярностью среди клиентов, потому что начало весны, а мы сейчас к ней начинаем активно готовиться после Нового года, после праздников, после красных оттенков, ярких блесток. То есть мы начинаем активно готовить уже свой весенний запас, скажем таки, идей дизайнов и цветов. И эта коллекция у нас, конечно, будет актуальна как никогда. Это новая коллекция, да, новая коллекция Closet to Nature. Кстати, она выходит уже буквально сегодня. На сайте она уже есть. После эфира я обязательно прикреплю ссылку на нее на сайт на amyshop.ru. И сегодня она поступает уже официально в продажу. Так что долго нам ждать не придется. Видите, за счет праздников у нас немножечко снивелировалось ожидание коллекции. 360 оттенок макадамия. Так, фокус. Вот такой красивый цвет. Приглушенный бежево-коричневый оттенок. Вкусный, очень аппетитный цвет. Очень аппетитный цвет, такой интересный бежево-коричневый. Знаете, вот он не яркий и в то же время не бледный бежевый. Давайте поближе покажу его немножко. Такой вот вкусный оттенок. Это 360-й макадамия. Дальше 361-й оттенок. Интересное название — стрекоза, Dragonfly. Дайджест ожидается, девочки, мы дайджест очень ждем, мы над ним очень долго, усердно для вас работали. Дайджест обязательно будет яркий, красивый, сочный. Я думаю, что все будут в восторге, всем он понравится. Поэтому дайджест, да, конечно, будет. Не переживайте, мы от этого проекта не отказались. И он скоро, уже скоро, думаю, что будет. В любом случае, весна уже у нас близко, поэтому ждать осталось совсем-совсем немножечко. Так. Этот более светлый розовый оттеночек. У меня, кстати, уже клиенты, кто подписан на нашей страничке, на Эйми, видели рекламу и уже на самом деле себе заказали оттенки, которые они будут делать из этой коллекции. Уже есть такие у меня клиентки, которые ждут эту коллекцию с нетерпением. Хотя она еще только-только сегодня выходит. Поэтому вот так вот следят даже клиенты за выходом новой коллекции. Стрекоза, 361 оттенок. 362. Мелкий дождь. Смотрите, светло-серый. На мой взгляд, есть немножко такая сиреневатый подтон. Но я думаю, что каждому свое, каждый будет видеть этот оттенок по-своему. Назовем его светло-серый. 362. Вот такой вот интересный цвет. Светленький, приятный.
Очень нежный. Очень нежный, очень красивый цвет. А все цвета коллекции стараемся выпускать всегда сочетающимися друг с другом. Поэтому, в принципе, я думаю, что выбрать из 8 оттенков клиенту на свой вкус друг под друга цвета не составит, в принципе, никаких сложностей, потому что все оттенки будут между собой очень хорошо сочетаться. 362-й стрекоза. Наборы будут 6,9 мл по 8 оттенков. 6 мл стоимость 3,800, 9 мл стоимость 4,950 будет. По отдельности можно купить, но по отдельности они будут в объеме только 9 мл. По отдельности также цена у нас остается, как и на остальные цветники, у нас стоимость 700 рублей. Так, это у нас шалфей. Вот этот безумно красивый цвет. Мне он прям запал в душу. Не знаю, почему-то в этом году на зеленое меня просто пробила. Я столько зеленого не носила в жизни. Так, вот такой красивый. Смотрите. Цвет оливковый, но приглушенный, такой светлый оливковый цвет, очень интересный. Очень интересный. Очень нежный. На самом деле зеленый остается до сих пор на пике популярности. Зеленый, заметили, да, что в этом году зеленые, синие, розовые, оранжевые оттенки, они просто взрывают все магазины. Поэтому зеленый здесь, конечно, он должен был быть. Это 363 шалфей. И один еще оттенок, думаю, что он многим понравится, он не менее интересный. Называется он хлопок, 364 оттенок. Он светлый, знаете, такой вот кремово-желтенький цвет. Он не желтый и не кремовый. Очень интересный получается у него такой тон. Сейчас покажу вам его в реалии. Очень интересный у него такой подтон. И не желтый, и не бежевый, и не кремовый. Вот что-то такое прям сливочное. Какой-то сливочный крем. Несмотря на то, что он светлый, он ложится достаточно хорошо, потому что мы привыкли, что вот такие светлые какие-то молочные оттенки могут ложиться плохо, могут оставаться проплешины, но этот цвет, видите, он ложится достаточно хорошо и интересно. Это у нас 364-й, называется оттенок хлопок. Поближе еще его покажу, цвет. Ну, правда, какой-то сливочный крем, прям вкусненький. Аппетитный сливочный крем. Так, вот такая у нас с вами коллекция. Сейчас покажу вам ее и в матовом, под матовым топом.
Смотрите, вот они все 8 оттенков. То есть здесь у нас, видите, все цвета из серии Naturelle. Очень красивые приглушенные пастельные оттенки. И вот они в матовом цвете. Под матовым топом они тоже смотрятся очень интересно. На самом деле уже очень много лет люблю почему-то оттенки все под матовым топом. Конечно, блестки мне нравятся, когда блестят, но тем не менее они даже они под матовым топом смотрятся очень интересно. Многие на самом деле полюбили, особенно мастера, полюбили матовый топ. И все оттенки под матовым. Поэтому выбирайте из глянцевых, выбирайте из матовых. На самом деле, в принципе, они и так смотрятся очень красиво. 358 пушка. Да, согласна. Много оттенков красивых, очень, которые я даже себе бы сделала. Но вот, конечно, один из них это 363. Вот прям сразу на него глаз падает. Ну, полюбила я зеленый, сама от себя не ожидала. Вот этот красивый. Много на самом деле очень красивых. Смотрите, они все очень красиво будут смотреться на ноготочках. Очень все. Нереально прям красиво смотрятся. Добрый день, девочки. Добрый день. Всех рада приветствовать. Всех рада видеть, читать. Потому что давно на самом деле не виделись с вами. Целые праздники. И шагнули мы с вами уже в следующий, в 22-й год. 363 сейчас бы хорошо. Вот они сегодня уже выходят, девчонки. На сайте их можно уже заказать. Я прикреплю ссылочку на набор после эфира, поэтому их на сайте можно уже сегодня прям заказывать. Если нужен промокод, вы знаете, да, что промокоды у нас на страничке можно найти у блогеров. Мне 5 цветов первые нравятся. Первые 5 цветов. Ну, здесь на вкус и цвет, конечно. Не могу даже поспорить, потому что на вкус и цвет каждому будет разный оттенок нравится. Но тем не менее, что мне нравится, что из этой коллекции, из 8 оттенков, в любом случае кто-то найдет, вернее, каждый найдет тот цвет, который ему приглянется. Но не будет, я больше чем уверена, что не будет такого, что из всей палитры клиент не найдет свой цвет. Обязательно найдет в любом случае, потому что, видите, палитра, хотя они все припыленные, все нежные, палитра достаточно разнообразная, и на любой вкус клиент найдет себе цвет. Так, давайте что-нибудь с ними сделаем. А, чуть не забыла, девочки и мальчики, чуть не забыла вам представить еще нашу одну новинку. Смотрите, это у нас новые шармиконы, они выходят буквально уже 13 числа. К концу недели, я думаю, что они будут уже в продаже. Смотрите, это у нас новинки. Это у нас шармикон будет... Как он у нас называется, Юль, помнишь? Это у нас шармикон граффити выходит, а этот у нас эмоджи, да, по-моему? А второй у нас шармикон эмоджи. Номера я вам прикреплю в сторис после эфира. По номерам, честно, сейчас не подскажу, не помню. Давайте посмотрим, может, они уже в новом каталоге есть у нас. Может быть, сразу вам и скажу по номерам их. Нет, в новом его их еще нет. Они еще, видите, не вышли. Поэтому я вам прикреплю обязательно их номера после эфира. Буквально к концу этой недели уже их ждем. Достаточно такие яркие, тоже летние. Я думаю, эмоджи вот эти, ну, зайдут обязательно многим клиентам, особенно молодежи, девчонкам, молодым, потому что сейчас это очень актуально. И граффити тоже очень яркие, очень интересные, стильные. Как раз весенний-летний период самое то. Так.
Так, давайте их посмотрим в дизайнах. Дизайны будем делать уже не новогодние. Думаю, нет смысла делать нам с вами новогодние дизайны. Хотя на самом деле весь январь у нас еще будет тематика Нового года актуальна. В любом случае, зима у нас еще не закончилась. Еще весь январь, я думаю, что клиенты будут обязательно просить какие-то зимние, может быть, не новогодние, но зимние именно дизайны. Так, и что-нибудь сейчас с вами сделаем. И давайте что-нибудь сейчас с вами сделаем. Эфир зависает. Девочки, у всех эфир зависает. Напишите, пожалуйста. Все хорошо, мы продолжаем. Не зависает. Возможно, вам нужно просто тогда перезайти, если кого-то конкретно зависает. Попробуйте перезайти. Все отлично. Ой, девчонки, сколько знакомых сразу. Аватарок посыпалось. Всем привет. Всех вижу, всех знаю. Девчоночки. Так, давайте что-нибудь, какой-нибудь возьмем интересный оттенок. Но я, конечно, я не могу пройти мимо. И самый первый вариант не сделать с этим цветом. Раз он мне так запал в душу. Все, огонь. Супер. Тогда продолжаем. Тогда, девчонки, у кого зависает, у кого что-то не так, перезайдите, попробуйте. Возможно, все наладится. Давайте с вами что-нибудь сделаем. Что-нибудь сделаем с вами с этой коллекции. Дайджест, он не с одной коллекции. Дайджест у нас выходит два раза в год. Это весенний дайджест, весенний-летний выпуск и осенне-зимний выпуск дайджеста. И у нас в дайджест входят все коллекции, которые выходят, допустим, вот в весенне-летний период. То есть там будет не только эта коллекция в любом случае, но и с этой коллекции дизайны, конечно, будут. Конечно, обязательно, без этого, естественно, никак. Так. Ну, что-нибудь сейчас придумаем. Вот решила начать так. Решила начать так. И сейчас что-нибудь, как вы знаете, люблю творить прям в эфире, то есть люблю дизайны придумывать вместе с вами. Тут не все девушки, я поняла, я вас услышала, исправлюсь. Просто последнее время у нас очень много именно эфиров было с девушками. Поэтому будем исправляться. Мы вас приветствуем в нашем эфире. Так, и давайте кисть взяла. Кисть всегда беру линеарную темную синтетику. Линеарная 5/0. Так, фокус. Темная синтетика. Для тонких прорисовок идеальная кисть. И начинаем подрисовывать. Смотрите, если вы хотите сделать какую-нибудь отбивку, контур и так далее, то вы можете здесь не заморачиваться и просто поправить более-менее ровно. Дальше
у вас уже все сделает за вас декор. Если вы не будете декор использовать по бокам, тогда да, тогда нужно вывести ровные линии. Для того, чтобы нам с вами использовать декор, нам понадобится топ-теклас. Топ-теклас – это топ без липкого слоя, без остаточной липкости. Он идеально у нас подходит как раз-таки для того, чтобы клеить шармиконы. У него нет остаточной липкости, но он у нас из гель-лаковой системы, он резиновый. И на него после просушки шикарно клеятся все шармиконы. И носятся потом на ура. Все промежуточные слои обязательно покрываем тонко. Не добавляем никакую дополнительную толщину, потому что если у вас несколько промежуточных слоев будет, в дальнейшем у вас может оказаться ваш дизайн, ну скажем, таким толстоватым, если сказать мягко. Поэтому прям вот минимум. Просушиваем тщательно, минимум 30 секунд, лучше даже где-то 1-2 минутки в зависимости от мощности вашей лампы. Так, где-то я здесь декорации все приносила. И сейчас с декорациями что-нибудь выберем. Конечно, давайте возьмем вот эти. Тоже с ними поработаем. Так. Мне захотелось почему-то вот такой вариант сделать. А захотелось, значит делаю. Если чего-то очень хочется, ни в коем случае нельзя себе в этом отказывать. Так. Пинцет. И начинаем фантазировать. Включаем фантазию. Открепляем шармикон. Шармиконы, видите, эти, они пустые, то есть вот они, буквально две полосочки, я их скрепки называю, почему-то они мне очень нравятся, именно как скрепки, напоминают скрепки, то есть нам нужно зафиксировать, чтобы его приклеить, нам нужно зафиксировать центр, мы для себя определяем, где у нас будет центр, и дальше уже аккуратно выводим одну и другую сторону. Не приклеиваем шармикон окончательно, пока вы его не выровняете. Если вы сразу его прижмете, то потом очень сложно будет его отклеить. Скорее всего, он у вас порвется. Поэтому сначала мы его весь центруем, поправляем, и только потом уже тщательно разглаживаем. Угу. Как девчонки активизировались, когда у нас молодой человек появился в эфире. Давно, видимо, да, к нам не заходили мальчики. Так, обрезаем излишки, можно обрезать ножничками, либо пилочкой убрать излишки. И дальше продолжаем. Так, давайте попробуем. У меня проходил звонок, возможно. Возможно, поэтому немножечко интернет сбился.
Так, напишите, пожалуйста, лучше видно стало? Так, девочки, мальчики, жду информацию, лучше стало или нет. Да, отлично, продолжаем тогда. Это, видимо, звонок. Во время звонка интернет подвисает немножечко, поэтому, скорее всего, из-за этого. Так, ну что мы здесь сделаем? Продолжим. Конечно, поработаем с новыми декорациями. Давайте сделаем что-нибудь прям яркое. И начинаем украшать. Смотрим, что сюда. Что сюда вам хочется? На самом деле очень интересные, если присмотритесь, очень интересные декорации. В принципе, такие яркие, неординарные. И вот эти декорации, чем мне нравятся, даже если вы больше ничего не будете добавлять, они уже классно смотрятся. Можно добавить потом что-нибудь яркое из серии, как обычно мы добавляем какие-нибудь яркие мазки. Так, вот здесь хочется яркие мазки эмпасты. У нас очень много вариантов эмпасты. Очень много вариантов эмпасты. И легко, в принципе, найти эмпасту на любой вкус. Вот такой вот у нас яркий получается вариант. Можно перекрыть глянцевым, либо матовым топом. Я, естественно, возьму матовый. Если глянцевым работаете, смотрите, глянцевый можно брать тот же теклос, который мы использовали для промежуточных дизайнов. Можно брать ультрашайн. Ультрашайн, только не забывайте, что ультрашайн ложится на хорошее укрепление. То есть, если у вас база нанесена тонко, ультрашайн использовать не рекомендую, потому что иначе ультрашайн у вас может потрескаться. Поэтому лучше брать тогда топ-теклос. Топ-теклос, вот он у нас. Топ-ультрашайн выглядит вот таким образом. Ультрашайн — это стеклянный топ, он очень классно блестит, он не пачкается, носит даже белый цвет отлично, но его нужно наносить на укрепленные ноготки. Так, и давайте возьмем эмпасту. Черную эмпасту возьму. Так, ну у меня здесь баночка такая рабочая под рукой. Баночка под рукой рабочая. Черная эмпаста. И сделаем какие-нибудь мазочки. Под стиль граффити они очень классно подойдут.
Выделяем, можно сделать крапушки, ляпушки, как их только не называют. Можно сделать вот такой вариант. В принципе, можно также выделить еще дизайн яркой эмпастой. В принципе, тоже будет достаточно интересно смотреться. Очень прикольно смотрится, когда мы какие-нибудь надписи с вами еще прорисовываем цветом, то есть по матовому топу прорисовываем глянцевой эмпастой. Очень интересный вариант получается. Здесь в этом случае абсолютно практически не нужно стараться выводить, потому что у вас, в принципе, уже надпись готовая. Вы просто ее прорисовали и все. То есть 5 минут и 5 минут и дизайн готов. Так, ну и давайте что-нибудь попробуем сделать. У нас с вами еще время есть. Попробуем с вами еще что-нибудь сделать. Этот у нас вот такой получился. Здесь можно попробовать что-нибудь более в классическом стиле. В более классическом стиле давайте какие-нибудь возьмем шармиконы из предыдущих коллекций. Они тоже здесь будут очень красиво смотреться, интересно. Вот у нас есть квадраты всевозможные, можно их использовать. Так, и какой цвет? Так, давайте вот этот попробуем взять оттенок. 357 беру просто наугад. Здесь можно вот таким образом отделить половину ноготка. Ну как любители андроида не поймут эти шармиконы. Я, допустим, я любитель андроида. У меня всю жизнь Android, мне он очень нравится, но тем не менее мне эти шармиконы достаточно интересны, в принципе. Так, смотрите, насколько плотный цвет. Вы видите, я сейчас нанесла в один слой. То есть, в принципе, на клиентах я всегда рекомендую наносить 2 тонких слоя. На типсах я зачастую не заморачиваюсь и делаю один слой. Но здесь прям видно, что даже в один слой цвет достаточно укрывистый. Он плотный, он не полосит. И в принципе, если вы работаете в один слой, то вам, я думаю, что понравится. Цвет очень нежный. Цвет очень нежный. Я думаю, что очень классно подойдет в стиль брендового маникюра. Вот кто любит у вас из клиентов
именно брендовые дизайны, он зайдет отлично. Так, то же самое, если мы с вами сейчас будем клеить шармиконы, то нам понадобится топ текласс. Так, фокус, топ текласс. Перекрываю ноготок. Тоненько, помните, тонко. Видите, я стараюсь прям убрать излишки. Без продирания, чтобы у нас с вами потом шармиконы приклеились хорошо, но при этом убираем полностью излишки. Так, ну и давайте придумывать какие-нибудь варианты дизайна. Я предлагаю взять вот такой элемент. Вот мне хочется прямо посередине его приклеить. То есть смотрим, что в данный момент вот вам прям хочется сделать. Так, фокус. То и делаем. Не стесняемся. Дальше. Почему текласа нет в большом объеме у дистрибьюторов? Но по поводу дистрибьюторов я не могу ответить на этот вопрос. Вы можете написать директ на Amy Official, либо просто заказать на Amy Shop. Там, насколько я знаю, на Amy Shop на сайте у нас все объемы есть. Помните вот эти декорации из предыдущей коллекции, из осенней коллекции? Такие достаточно сдержанные варианты. Можем поработать этими декорациями. Здесь есть всевозможные варианты для дополнения вашего дизайна. То есть есть вот такие интересные, смотрите, квадратики, можно сказать. То есть вроде бы линии полоски, в то же время полоски из квадратов. Дальше. И сверху можно использовать какой-нибудь из вот этих вариантов украшений. Тоже достаточно тонкие линии, поэтому их очень аккуратненько снимайте с подложки, чтобы не порвать. Если вы снимете только одну часть и потянете сильно, вы можете просто порвать элемент. Приклеили центр, потом распределяем уже края. И внизу можно добавить еще какой-нибудь элемент опять из квадратов. Все тщательно приглаживаем. Хотите более яркий вариант дизайна, возьмите какой-то более яркий оттенок. А опять-таки не забывайте, что здесь у нас типса розовая, то есть на клиенте, если у нас прозрачная основа, прозрачная база или какой-то молочный приглушенный оттенок, смотреться будет цвет, конечно, по-другому. И все также перекрываем топом. Тщательно, не забудьте, тщательно везде пригладить, иначе у вас шармикон потом под топом может топорщиться.
перекрыли и просушиваем. Напоминаю, что матовый топ, любой в принципе топ, мы просушиваем минимум с вами 2 минутки. Минимум. Если мощная, хорошая лампа. Если лампа уже либо давно у вас, либо она не сильно мощная, то просушивать лучше все-таки подольше. 3 минутки, 4 минутки можно. Чем вы лучше просушите топ, тем у вас будет лучше все носиться. Итак, какие я сейчас оттенки использовала? В дизайнах это 363 и 357. Один дизайн мы сделали с вами в таком, в более игривом варианте. С новыми декорациями, с новыми шармиконами. Сейчас я перекрывала матовым топом. Промежуточно перекрывала текласом под шармиконы. Промежуточно перекрыла текласом. Окончательно в данный момент я перекрывала матовым топом вельвет. Топ без остаточной липкости. Вот такой у нас вариант получился второй. Это более такой сдержанный вариант дизайна. Видите, и тот вариант отлично, в принципе, смотрится. То есть вы можете использовать эту коллекцию под любой вид дизайна. Никаких ограничений здесь абсолютно нет. То есть может быть у вас какой-то такой очень сдержанный фон, допустим, и яркие декорации. Все это очень красиво между собой сочетается. Поэтому не бойтесь экспериментировать, дерзайте, творите, отмечайте в сторис, обязательно выставляйте в сторис свои работы. Сторис на самом деле у нас сейчас это двигатель наш. Поэтому не стесняйтесь, выставляйте в сторис свои работы, отмечайте меня, отмечайте имя Official, с удовольствием будем смотреть. Напоминаю, что да, у нас вышли новые шармиконы, вернее, выходят на этой неделе два варианта шармиконов. Это эмоджи, такие интересные, прикольные девочки. Я не знаю, я любитель андроида, и мне, тем не менее, они нравятся. И вот такой вариант граффити. Между прочим, сейчас можно найти приложение, в котором можно и на андроиде использовать вот такие варианты эмоджи. Поэтому зря вы так говорите. И граффити. Вот такие яркие, классные, интересные варианты дизайна. 4 минуты, девочки, я говорю для тех, у кого не мощная лампа. То есть есть мастера, которые работают еще по каким-либо причинам на лампах, у которых недостаточная мощность. Если у вас хорошая лампа, 2 минуты просушки вам будет вполне достаточно. То есть я работаю на наших лампах, на Эми лампах, и у нас просушка окончательная 2 минуты. То есть я говорю о том, что если не хватает мощности в лампе, тогда просушиваем подольше, 3 минутки, 4 минутки. Это зависит от того, какая у вас лампа. Только от этого, только от мощности лампы. 2 минуты вполне достаточно. Смайлики. Эмоджи, да, классные очень. Ну, если мы не будем выпускать все время что-то новое, скажем так, и нам, и нашим клиентам наскучит однообразие, и будет неинтересно. У меня многие клиенты приходят каждый раз, спрашивают, а есть что-нибудь новенькое? Неважно, что только что-то вышло, уже просят новенькое. Всем здравствуйте, кто только присоединяется. Под матовый топ покрывать можно слайдер топ, если клиент плохо носит матовый. Я, допустим, себе делаю покрытие матовым топом без перекрытия слайдером снизу. У меня все хорошо носится, торцы немножечко могут подзатираться, но не критично, меня это не смущает. Конечно, если активно работаю, да. Если у клиента
матовый плохо носится, тогда вы можете покрыть матовый в два тонких слоя или снизу нанести слайдер топ. Слайдер топ, он в принципе очень хорошо держит и матовый топ в том числе, матовый будет носиться лучше. Поэтому смотрите здесь уже конкретно по каждому клиенту. Есть клиенты, которые носят в принципе и со слайдер топом матовый плохо, особенно вот те, у кого специфика работы, которая заставляет работать там в каких-то агрессивных средствах или постоянно в воде, там может матовый в принципе плохо носиться. Какие новые декорации? На данный момент, девочки, декорации вышли только две, выходят только два шармикона. Номера я сейчас вам сториз сниму и номера обязательно покажу. Выходит только два варианта шармикона, это эмоджи и граффити. Все остальные декорации будут немножечко позже. Наша весенняя коллекция будет чуть-чуть попозже. Все, я надеюсь, что эфир вам понравился, что коллекция вам понравилась. Я вас жду в следующий вторник и приготовлю для вас обязательно что-то еще интересное. Всем пока-пока, до следующих встреч!